Администрация региона утвердила проект постановления о минимальных социальных стандартах в Ненецком округе. Установление в регионе таких стандартов позволит принимать эффективные управленческие решения, направленные на обеспечение жителей региона объектами социальной инфраструктуры, и будет способствовать оптимизации расходования средств из окружного бюджета. Минимальный стандарт на уровне субъекта – это минимальный уровень социальных гарантий, который обеспечивается бюджетом региона. Минимальный стандарт разработан по сети бюджетных учреждений в перспективе до 2020 года. За основу взят прогноз численности населения, составленный нами, исходя из статистики, значит, что у нас будет, в том числе по населенным пунктам, по всем. Этот стандарт дает нам право планировать, строить или не строить, расширять или не расширять, чтобы мы понимали, от чего мы отталкиваемся и что у нас будет в перспективе. Минимальные стандарты в Ненецком округе разработаны в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. Они основаны на единой правовой базе и общих методических принципах. Главная задача, вот мы должны утвердить там, минимальные социальные стандарты, мы что-то должны сказать людям, наших населенных пунктах, что где будет, а чего, увы, не будет. Большого театра на Ленинмаре никогда не будет, да? Но необходимые перечень, вот которые мы как бы прописаны должны быть. А дальше вы абсолютно правильно, мы уже двигаемся дальше. Это и социальный кодекс, и образовательный уровень. Установление в регионе таких стандартов позволит принимать эффективные управленческие решения, направленные на обеспечение жителей региона объектами социальной инфраструктуры, и будет способствовать оптимизации расходования средств из окружного бюджета.